Ребята, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиром, Иван, я играю в Skyrim Special Edition легендарной сложности. И сегодня будем бегать. Погнали! В прошлой серии мы выполнили очень крутой квест, получили маску, получили уникальные чары огненный питомец, и теперь мне нужно отсюда выйти. Выйти и двигаться куда-то дальше. Куда-то дальше я ничего не планировал особо. Повыполняем какие-то квесты. Что это такое? А, это ж наш трупик. Да. Вокун. Куда идти? Вокун. А, вокун идти. Теперь понятно. Так, я думаю, тут где-то есть быстрый выход. Должен быть. Ага, все, я вспомнил, где у нас тут быстрый выход есть. Вот здесь. Ныряем. Ныряем сюда. Лут мы забрали. Давайте проверим скорость. Сложность. Легенда, ребят. Кстати, привет. Хочу отдельно привет сказать всем девушкам, которые меня смотрят. У меня, как всегда, я не знаю почему, но у меня вот 6,5% это даже когда у меня было 10 тысяч подписчиков. И сейчас. Ну, наверное, многие просто на меня подписаны, потому что просмотры упали, но главное, что остались основные. Основные, которые меня смотрят давно и... Вам хочу сказать отдельно огромное спасибо. Так, ну, а драгоценные камушки заберу. В мешочке ничего нет. Я, по-моему, тут лазил, да? Нет. Да, нет. Да, нет, да, нет, я сюда не мог лазить, потому что вот я упал. Нужно что-то? А, это ж эта девочка. Хм. Не, ну не знаю, почему ее именно прорисовали... Качественно. Ну, согласитесь. Да. Очень качественно. А что у нее есть? Я, по-моему, смотрел, да. У нее ничего такого особенного. Там магия, немножечко монеток. И стоять. Все правильно. Все правильно, выходим. Skyrim. Дружочек, приветик. Ух ты. Подождите, по-моему, вначале у него голова не была в снегу или была? Может, была. Давайте посмотрим, что мне тут за квесты. Угу. Гаран Мерати ждет меня с докладом. Защитите линию крови. Ну, наверное, давайте мы это сейчас сделаем. Я же вампир. Ой, приветик. Не знаю почему, но тени грив мне нравится намного больше, чем вот этот. Вот эта лошадь Скайра душ. Хотя давайте их сравним. Если сейчас возьму. Так, стойте, по-моему, у меня было. Вызов. Арвак. Так, две лошади. Не развернуться. А, во. Ну посмотрите. Арвак это такой более мрачный. А ты не грив? Ну ты хороший вампирский конь. Это прям для какого-то некроманта. Нет, я все-таки выберу тенегрива. Сори, друг. Сори. Поехали, давайте сделаем быстрое перемещение, потому что если сейчас я буду пешком бежать, то это... Нет, на балкон мне не надо, мне вот до замка. Вот 90% дают то, что сейчас на меня нападут. Нет? Да ладно! Я просто постоянно сюда прохожу и на меня нападают. Окей. Еще я давно хочу проверить одну фишечку, за которую мне писали ребята, и я все никак не могу ее проверить. Видите эти птички, которые тут миленькие летают? А ну-ка давайте сейчас возьмем безжалостная сила и попробуем попасть в какую-то. Так. Попаду, не попаду. О, черт, не попал, ладно. Давайте я возьму зефирчик.
Мне нужно сбить. Сбить, сбить, сбить. Есть, одна есть. Вот она, отлично. И еще одну. Птички, друзья, тут уникальные. Уникальные, уникальные и... О, черт. А, вот она, вот она. Блин. Нет, еще не перезарядилась. А, попал, попал, попал. Ладно, думаю, двоих хватит. Костяной ястреб, с которого можно взять вот эти вот косточки, пальчики, перья костяного ястреба и череп. Череп, с которого можно сделать ожерелье. Как мне ребят написали, что... Вы представляете? Если вы делаете это ожерелье, оно, по идее, может суммироваться с простым ожерельем. То есть мы можем два одеть. Я не знаю, это баг или нет. И если это такое, вот, то напишите, ребят. Мне очень интересно будет узнать. Блин, я думал, это какой-то лутик. А где вторая? Стойте. Хм, наверное, она упала в водичку. А вот, смотрите, дальше это кто? Это она? Нет, это корень. Это какой-то корень. Хм. Ладно, ну, в любом случае, эту теорию нужно будет проверить. Проверим. Потом обязательно проверим. Сейчас нужно доложить. Наложить. Стрелы. Угу. И погнали. Я прохожу за вампиров, друзья. У меня осталась, конечно, последняя очень крутая ветка за вампиров. Но если в нее прыгну, то уже выйти не смогу. И мне придется ее до конца проходить. Она очень крутая. Очень глобальная. Что ты знаешь о древних свитках? Не так много, как мне бы хотелось. Десятилетия я посвятил изучению древних свитков, и все же они остаются для меня загадкой. Mm-hmm. Так же, как и для других моих братьев, мы знаем лишь эти немногие. Боюсь, что больше и рассказать нечего. Изучать... Мы читаем эти пророчества, чтобы прорицать будущее, и используем наши знания, чтобы помогать. По-моему, наш дружок отдыхает. Главное, беречь нос. Привет. Вампир-хозяин ночи пал от моих рук. Хорошо. Предпочитаю искоренять проблемы в зародыше, пока не расцветут пышным цветом. Mm-hmm. Надеюсь, тебе это было не слишком трудно. Нет. Чем я могу помочь? Поговори с Фираном Садри. У него для тебя кое-что есть. Mm-hmm. Наслаждайся. Фиран, Фиран. Вот так вот можно взять эту собачку. Перекусим вместе. А давайте, друзья. Лай. Что, все? Да, мы взяли эту бешеную гончую. Блин, ну посмотрите, какие у нее зубки. Не, вот самое, наверное, нормально будет, когда убираешь вот эти все надписи. И вот. Вот моя маленькая. Маленькая. Ладно, я понял. Даже собачка не может близко возле меня находиться. Так. Вот так вот сделаем. Это нужно дополнительные задания. Выявить торговца с кумой в Рифтоне. Сыран. Сыран, сыран, сыран. А, он, блин, надо было туда. Или нет? Вот он. Упс, занято. Простите, мадама. Блин, не закрывается. Давайте немножечко поспим. По-моему, если мы спим в гробу, мы получаем дополнительный бонус. А бонус этот плюс 10%, по-моему, сопротивление магии, друзья. Неплохо. Да. Тебе что-нибудь нужно? Так, стойте. А где? Вот он. Привет. Мне удалось узнать, где находятся окаменевшие останки еще одного древнего вампира. Принеси их мне.
и я усилю эффект, который дарует нам чаша из гелиотропа. Мы усилим чашу. Инстинкт. Насколько я знаю, ребята сказали, что ее можно усилить в 4 раза. На 4 раза, друзья, вот эту вот чашу. И сейчас мы... Кровь древних добавлена. Мы сейчас усилим... Ну, попробуем усилить второй раз. Всего нужно 4. Так. Мне нужно этот квест. Древняя сила. Стоп. Карта. Я что-то не нажал. Дом Хродульфа. Подождите, а почему маркера не... А, вот же он. Нет, это не маркер. Стоять. Что за ерунда? Серьезно, нету маркера, да? Что-то такого не помню. Голова древнего вампира находится в месте под названием Дом Хродульфа. И с останком получить инценцию, добыть чашу в гелотропа. Ага. Так, что-то знакомое. Где-то дом. Дом Хродульфа. Что-то, блин, знакомое. Только почему... Почему у меня нет квеста? Может быть, этот... Лесопилка. Помните, мы там когда-то убивали вампира? Может, здесь? Только не пойму, почему нет. Хм. Странно. Ребят, напишите, пожалуйста, почему нет маркера? Что за ерунда? Ух, вот эти миленькие звуки, которые тебя сопровождают. О, черт. Что за ерунда? Ладно. Если что, напишите, почему нет квеста, или напишите, где он находится. Неужели его нужно найти? Но мне кажется, он просто залагал. Так, дом пожирателя мира. Это нужно завершить главный квест. Убить Партурнакса. Присоединиться к небу. Здесь находится лук Аурелия. Пойдем на рассвете. Не надо. Вот, совершите кражу. Грабеж. Кстати, давно мы вот эти вот не занимались. Очень давно. Так что сегодня будут мелкие задания. Не знаю, почему нельзя было улучшить. Довольно странно. Странно, ребят. Ну ладно. Сейчас совершим кражу. Конечно, я вот этой собачкой буду совершать кражу. Ты как в скрытности, нормально? Ой, меня попалят. Мне твои глаза. Попалят еще как-то. Попалят. А, это ты? Опять будешь пытаться что-то у меня вымогать? Так, погодите, мне куда-то сюда? Да, мне сюда, ребят. Приглушение шагов. Такой ассасин в самых тяжелых доспехах. Иди попытаюсь спрятаться, да? Меня уже спалили. Понятно, просто возле входа. Ты здесь как Ингун? Ради занятий? Ты хоть представляешь, сколько у меня дел? Пока мы тут болтаем, моя смесь могла сгореть. Почему твой магазин расположен прямо на канале? Ингредиенты лучше хранятся во влажном воздухе. Не каждый день в руки попадает свежий корень нирна или жирно рисованного тролля. Да и когда дом выходит прямо на канал, за водой ходить куда проще. Логично. К тому же мне нравится тишина. Я тут не для болтовни сижу, так что покупай, что тебе нужно, и иди своей дорогой. Ты один совсем управляешься? Едва ли. Вообще не понимаю, как мне удается хоть что-то успевать делать. Меня же вечно отвлекают.
Моя жена Хафьорг. Ладно. Будем считать это неизбежное зло. Ни грана способности к алхимии. Зато она меня кормит. Неизбежное зло. Есть еще Ингун Черный Вереск. Умница и светлая голова. Когда не тратят понапрасну мои ценные ингредиенты. Зло. Это место знавал лучшие дни, но я тут не виновата. У тебя полно забот, так? Клянусь, если б меня не было, Элгрим даже обедать бы забывал. Я с трудом понимаю, как мы вообще зарабатываем деньги. К слову, мне нужно, чтобы кто-то сходил в камень Шоры и принес мне образец руды. Элгрим, боги свидетели, и пальцем не пошевелит. Да. Правда? Схожу. О, это было бы замечательно. Поговори с Филнером в камне Шора. У него лежит какой-то образец руды, который он хочет отдать нам на изучение. Да еще и заплатить. Угу. Забрать у Фильера образец руды. Ты тоже алхимик? Я могу приготовить пару зелий, но до мастера-алхимика мне, конечно, далеко. Пару приемчиков я выучила по книге. Я считаю, лучше бы Элгрим проводил время со мной, чем с этой Ингун. Ревнуешь? О, нет, я совсем не о том. Элгриму сил не хватит и ботинки самому натянуть. Куда уж ему за девицами-то ухлёстывать? Он вечно трындит, какая Ингун способная. Правда, в глаза он ей этого ни за что не скажет, ясное дело. Я думаю, что Элгриму нравится наставлять юные дарования. Поэтому он так с ней и возится. Скорее всего. Как можно жить под землей? Когда Элгрим заявил, что мы тут откроем лавочку, я ему сразу сказала, что здесь он и загнется. Грязь, сырость, отвратительно. Кто хочет всю свою жизнь провести в болоте, как злокрыс какой-то? Но этот старый зануда принялся плести чушь о том, что свет для его настоя губителен, и что ему надо быть ближе к воде. Вот как. Ну что ж. Смотри, осторожнее. На дороге к камню Шора всякое может случиться. Давайте попробуем свистнуть то, что мы планируем свистнуть. И выполним их задание. Кстати, я это задание ни разу не выполнял, и мне будет очень интересно. Потому что я обратил внимание, что именно благодаря таким вот простым заданиям иногда дают очень неплохие бонусы. Очень неплохие. Так, ну вот мы нашли. Замок уровень мастер, и я должен его сейчас одолеть довольно быстро. Давай, маленький, давай ты сможешь. О, да, 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 да. Давай. Нет, 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 нет. Да! Есть! Бриллиантики. Что-что? Совершить кражу. Цель — эликсиры Эльгрима в городе Рифтен. Там находится бриллиант. Что происходит? Я же украл этот бриллиант. Что сегодня за день забагованных квестов, я не пойму. Странно, друзья, это все. Очень странно. Нет, пытаться я не хочу. Я хочу что-нибудь свистнуть и немножечко прокачать. Нужно воровать максимально дорогие. Ну, в принципе, вот мы свистнули. Ребят, что такое? Почему? 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 Да, квест забагался, я не знаю. Давайте собирать баги квестов. Первый там не показывался маркер. Второй квест. Показывается маркер, только толку. И надеюсь, хоть третий
У меня заработает. Так, грабеж. И давайте сейчас вот это вот. Так, куда мне нужно отправиться? Стоять. Ага, камень Шора. Кстати, мы там еще не были. Давайте мы туда отправимся. Что за ерунда? Какого черта? Ну, баги, друзья. Это все баги. Собачка, наверное, ты зря взял, потому что у меня в основном такие квесты, которые нужно прийти, унести, взять. Плюс мне надо бы немножечко за вора поиграть. Почему? Да потому что куренирно, слышали? О, смотри, что я могу. Да ладно, а я так могу. Вот он маленький. Вот, вот наша собачка. Поехали, поехали драться. Иллюзия. Ладно, давайте поможем. Вот это будет долго. Немножечко стана. Простые удары по попе. Больно. Ну, такова судьба. Так, мне нужно куда-то вот сюда идти. А, я думал, вот еще один какой-то волк. Стойте, я же так не поднимусь туда. А как? А, я понял, немножечко по скалолазим, ребят. Стоп, 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 стоп. Вот, отлично. Кстати, эту фишку с текстурами, что на них можно залазить, например, Fallout 4 пофиксили. Да, там вообще не залезешь. Там не-не-не-не-не. А тут все-таки оно осталось. Ну, это даже к лучшему. Ага. Скорим Special Edition. Блин. Ты крутой. Ну, сглаживание нужно вырубить. Я не знаю, я не понимаю, друзья, сглаживание. Не знаю почему, вот в меня оно какое-то мудное. Это действует на глаза как-то. Ах, я все. Блин, тогда хотел отключить, не отключил. И сейчас. Да, картинка стала какой-то, знаете, такой немножечко мыльной. Художественно, но мне больше нравится четкость. Я не знаю почему. Сейчас как будто я делал какие-то очки, которые не для меня. Забыл просто вырубить. Ага, не сюда. Привет. Надеюсь, ты прибыл сюда не в поисках работы на шахте. Мне нужен образец руды для Элгрима. Наконец-то. Я им уже давно письмо написал. Элгрим этот, он штаны надеть забудет, если жена ему не поможет. Да, я уже знаю. Вот, держи. Передай Хафьерк. Пусть она сама назначит справедливую цену. Угу. Расскажи мне об этой шахте. Красная шахта получила свое название от красного тумана, который клубится внутри. К нему быстро привыкаешь. Пахнет, как горячие источники в тундре. Красный туман? Только непонятно, откуда он берется. Что случилось с шахтой? Там пауки кишмякиша. Чуть нас с Грагмаром не сожрали, когда вылезли. Я боюсь, что скоро они проголодаются и вылезут из шахты. Вот тогда будет настоящая беда. А что городские стражи? Толку от них, как от пятого колеса в телеге. Что-то ляпнули про то, что высматривают вражеских солдат. И, мол, какой смысл им тут караулить, если от шахты никакого проку? Идиоты. Блин, так приятно с твоим затылком общаться. Я избавлю тебя от опасности. Знаешь что? Сдержишь свое слово, и все, что я наскребу, все твое. Неплохо. Расскажи мне о тех пауках в шахте. Приперлись и стали тут жить. Приперлись. Даже не представляю, откуда они вылезли. Пока никто не пострадал, и из шахты они не вылезают. Но кто знает, что будет дальше. Ну да. Если шахта не заработает, городу крышка. Что особенного в этой руде?
Когда-то это была обычная железная шахта. Сколько лет уже работает? А прямо перед тем, как приползли пауки, мы там нашли кусок руды. Я такого никогда не видел. Я хочу знать, что это вообще такое, прежде чем выковыривать это из земли. Что это за руда? Может, с этой руды можно делать какое-то уникальное оружие? Будь осторожен. Нифига себе. Я что-то вообще не помню про эту шахту. Говорят, тебе довелось побывать на свадьбе кузины императора в Сречьюде. Боги, это, наверное, было ужасно. Это было давно. Фига себе. Эй, я знаю, кто ты. И я знаю, чем ты занимаешься. Только, пожалуйста, у нас тут хорошие люди. В основном. Хорошо. Красная шахта, ребят. Красная шахта. Много пауков, и мы с ними будем разбираться уже в следующей серии, ребят. Офигеть. Вот почему я люблю Skyrim. Ты пытаешься выполнить один квест, он забагован. Ты бежишь выполнять второй квест, он тоже забагован, но цепляется третий. Ты бежишь к третьей выполнять, ну тут сразу цепляется четвертый. Это уже какая-то локация и... Да, Skyrim Forever. Баги, много квестов и удовольствия. Ладненько, друзья, всем огромное спасибо. Да, сегодня я просто попутешествовал. Просто попутешествовал, но выполнять этот квест я буду уже в следующей серии. Все. До завтра, ребят. Пока.